Блин, какого черта? Мат? Где мат? Я не слышал мата. Ой, Оса. Кешоу-киши-десра-кен-о-хаджикареру-йона-айте-ни. Анта, нани-штан-да? Эй, старик. Что, что с этим грим-кипером? Ну, который только что встретили. Кристальный рыцарь. Даже... Он не смог так легко с ним справиться. И потом ты сделал какой-то... странный... амулет, что ли? Джуджу. Короче, ты сделал что-то странное, и потом мы смогли его ударить. В чем тут подвох? Это старый трюк. Я просто сделал так, чтобы законы физики... этого мира что-то сделали с его миром. Короче, ну, проще говоря, я сделал атаку более эффективной. Это не то, что я спрашивал. Я знаю, что ты сделал. Я хочу узнать, как ты это сделал. Эх, я помню, когда я был в твоем возрасте. Ты думаешь, что у каждого вопроса есть удовлетворительный ответ где-то. Но у некоторых вопросов нету ответов. А на некоторые вопросы лучше вообще не отвечать. Признай эту часть и начинай уже вырастать. Понял? Ну, не знаю, наверное. Так вы новенькие? Нет. А, так вы новички, что касается Сома, да? Ну да, по сравнению со старым ветераном, как вы. Эх, черт. Я только купил вот эту вещичку пару дней назад. А я тоже только недавно получил свою. Мой дедушка дал мне ее. Удивительно. Мне понадобилось где-то почти 2 месяца, прежде чем оно проявило себя в качестве оружия, ну, моя сома. В то время это считалось быстрым, но вы двое достаточно талантливы. Вы должны держать вашу голову вверх и не должны ее отпускать. Серьезно, не позволяйте этим сомам повлиять на вас. На вашу голову, окей, на ваши мысли. Я не хочу попасть под дружественный огонь от какого-нибудь несчастного случая. Сингу метеорайту.
Ты сказал Core Meteor? Ты случайно не свяжен как-то с Седан? Ну, я его внук. Интересно. Ты, наверное, уже знаешь, что твой дедушка был самым величайшим соматиком в свое время. Вы знаете дедушку? Да, только о его и репутации, и гениальности, что связано с соматики, все, что говорили о нем за последние 15-16 лет. Но все знают эти истории. Но ты являешься его внуком. Но думаю, твоя кровь все покажет. Так, all-time. Кахаку, ты же не боишься этого старого человека, ведь так? Я не люблю незнакомцев, но... Старик, это уже перебор. Я даже моложе, чем вы, мои кошаки. Да все хорошо. Я больше не боюсь. Твои глаза Нет, его глаза похожи на твои. Вот у вас старика. Нежный взгляд. Эх, опять старик, да? Ну, по крайней мере, признайте, что я духом молодой. Но духом мы все молодые. Даже на старости лет. Хотя нет. Так, новый уровень. Замечательно. Что у нас тут? Нам какой-то? Нужно будет обменять ее потом на что-то там у этой горничной. Так. Ну, вроде бы я иду куда нужно, да? Какую-то деревню, которая здесь находится. Но без рандома не обойдется. Здесь что-то есть. Про непонятно, что это. Или это просто так указатель? Где тут карта? Не то. На, вот. Непонятно. А
идее, мое местное назначение должно быть где-то здесь. Но где-то здесь это где? В горе, что ли? Ну ладно. Ай, стоит. Вот оно где. Блин, прямо перед воротами. Это Так, сейвы, погнали в город. Всегда почаще лучше сохраняться, то всякая фигня может случиться. Наконец-то в Ханселар пришли. Да, Конусин, нет ничего подобного, что есть в этом месте. Посмотрите на все этих людей, на всех этих магазинах. Да, ты, похоже, провел свою жизнь вместе со свиньями, или что-то там еще. Но попытайся прекратить думать об этом на секунду. Все эти люди здесь не живут. Здесь какой-то фестиваль, может быть, случится или что-нибудь подобное. Фестиваль. Вот оно как. Да, фестиваль продолжится без какого-либо знака, в то время как волки ожидают своих овец, чтобы войти в логово. Странная какая-то... Нет, нет, толпа. Да, Кахаку не хочет пойти в такую горячую толпу. Нам лучше найти место, где можно будет отдохнуть. Ну, тогда... Я за то, чтобы пойти и откинуться на спину в какой-нибудь гостинице. Окей. Стоп, чё? Гостиница, вот она. Так, нужно поговорить с его мужем. Окей, вот он. Ано... Извините, у вас есть комната для четверых? Алло, эй, нам нужно место, чтобы поспать. Да, я услышал вас с первого раза. Но здесь у нас новые лица. И новые лица должны оплатить страхование. Ну,
Мне уже надоело собирать что-то для какого-то законопроекта. А теперь, если вы были бы завсегдатые здесь, в этом магазине, в этом городе, все бы отличалось бы. Ашимото миягатте. Кедо, шиката не ка. Че? Что хочешь сказать? Простофиля. Ладно, забудь об этом. Он, похоже, сейчас не в себе. Синьорио то яду дай де шимете 300 гарду да. Май барай де таному ю. Я рад, что вы не просто молодые и тупые. Вам будет стоить 300 глад, включая страхование. Плата вперед. Неужели во всех гостиницах в этом городе так дорого? Слышь, ты что, сегодня не поспал или что ли, чувак? Какой черт я должен платить за какое-то страхование? И почему ты должен получить все деньги вперед? Недовольный клиент, не так ли? Ну, может быть, вам стоит вернуться в какую-нибудь другую гостиницу, в очереди там постоять? Дебил. Позор тебе, милый. Это не самый лучший способ, чтобы... Нет, это не особо хороший способ, чтобы обращаться с клиентами. Ты же все-таки бизнесмен, в конце концов. Именно поэтому я не доверяю незнакомым людям, которые появились тут ниоткуда. Извиняюсь, мой муж слишком скептически относится к новеньким в последнее время. И у него вообще-то доброе сердце тоже. Однажды он чуть не превратил нашу гостиницу в благотворительное место. А теперь... так значит, его личность поменялась немножко. Это звучит для меня как маленькая зацепочка. Что вы скажете, юная леди? Что? Что это? Сестра, ну это твой желудок сейчас рычал. Да, походу кому-то не хватает горячей еды. Ладно, давайте я что-нибудь сделаю в качестве извинений за то, что мой муж обращался с вами вот так. Я настаиваю на этом. Окей. Так, ну понятно, значит, у этого чувака, наверное, что-нибудь со Спири, и нам придется... разбираться с этим. Ой, сейчас, секунду. Ну уж давай.
Все. Перенастроил окошко, а то что-то у меня тут было не нормально. Окей, если я буду голодный, приведу еще, конечно. Мы должны обнюхать все, что тут есть. Мы должны осмотреть все везде. Если здесь нет, то ничего необычного. В таком большом городе кто-нибудь, наверное, что-нибудь знает. Привет, Накияма. Блин, а что, с ее мужем мы ничего не будем делать, что ли? Потому что... Ну ладно, я думаю, тогда может потом. Потому что у него что-то не то. Точно. А вот он. А. Уже плата 150 золотых. Так, ну ладно, погнали в город, поспрашиваем насчет осколков и все в этом духе. Посмотрим, что тут есть. Хаслар также известен из-за кухни Пендлквейс. Вот тебе кое-что в качестве знака того, что мы познакомились друг с другом. Окей, мы получили. Это будет... Чего он еще денег? Это будет 1000 глав. Благодарю. Еще. Да ладно, просто шучу. К сожалению, здесь все больше и больше недобросовестных торговцев в наши дни появились. Так что будьте осторожны. Но вы можете взять их. Я имею в виду... Я надеюсь, что это поможет вам почувствовать... Я надеюсь, что это поможет вам запомнить это место так, что... Нет, запомнить это место, что здесь находятся не только всякие преступники, а еще хорошие люди. Понятно. Что тут у нас? Букстор. Можно купить рецепты. Всякие... И... Жратвень, окей, понятно. Не, это пока что не нужно. Здесь что, квест, что ли? Если вы соберете нужные ингредиенты, я могу взять их и сделать из них предмет. Что вам нужно? Специфик, трит, эликсир, ингредиент, лист. Похоже, нет нужных ингредиентов. Тут можно покрафтить всякие разы фигню. 5 лимонов. Джел в 5. Пинейпл джел 25. Грейп клей 25. А, окей. А, просто старые люди. Ничего интересного. Окей. Что-то мне подсказывает, что мне нужно сюда. Эй, вот тот мужик. Откуда вы? Вы имеете в виду я? Ну, я из Сиевайл. Сиевайл? Да ну, что-то возможное? Я был как раз рожден в Сиа Вейл. Чё, правда? Ну тогда... Ха-ха.
Ну, мы, значит, практически родня. Это означает, что я просто обязан продать тебе эту броню за полцены. О, Хисуй, за полцены. Это прямо воровство. Дебил, неужели все из CFL такие же? Этот парень просто играет с тобой. Как с дешевой скрипкой. Ваш друг прав. Это место прямо как какая-то свалка. Даже если он продает все это по полцене, то он хотя бы сказал, сколько это стоит на полную цену. Разводишь бедных торговцев? Вообще-то это они меня разводят. А ну убери свою мелкую... Нет, а ну убери свою ложь от меня подальше. И от моих клиентов. Ты вульгарный. Ложь? Тогда я предлагаю тест. Покажи одну из твоих лучших броней, что есть. И я ударю ее с этим мечом. Ну, это не мой размер, Эн, и, ну, забудь. Но ты пожалеешь о том днем, когда ты украл моих клиентов. Да. Интереснее город попал, действительно. Ой, извините, ребят, насчет этих мошенников. Недавно количество монстра начало вырасти. И они уже начали проникать в деревню. Я могу поверить, что кто-то из Сиевайл сделал бы такую вещь. Чувак, тебе что, на ухо наступили, что ли? Этот парень не Сиевайл вообще, ты понимаешь? Да, ты мудрый не по годам, друг. Ну, да. Если ты будешь ходить по разным местам столько, сколько я, то, само собой, ты встретишь очень много аферистов. Анта! Но ты кажешься достаточно достойным человеком. Вы не против, вы не можете помочь нам кое с чем? А, конечно. Пожалуйста, идите сюда. Мы можем поговорить больше у моего стойла. За сколько волками я прошпионила? Сколько охотников внутри? Которые ведут маленьких ягнят к зверям. Соуда, сочира ноу джоу сан ни питтари но кейлио но ёрой га арун десь ё.
よかったら見てください。Давай, мисс. У меня безупречная легкая броня, которая будет смотреться потрясающе на вас. Не стесняйтесь. Смотрите. Эти материалы не из дешевых. Конечно, ты не можешь установить цену цену в пределах разумного, наверное. Когда дело доходит до военных изделий, качество прежде всего. Ну, по крайней мере, они лучше, чем то дерьмо, которое пытался тот чувак нам впихать. そうか。とてもそんな風には見えないけどな。Вы уверены? Я бы оценил их примерно на том же уровне. 俺くらいになると一目で大体わかるんだよ。Есть одна вещь, которую я познал в моих путешествиях. Это как определить истинное качество. 鎧はいらないよ。最近この街で。デスピル病が起こってないか聞きたいだけなんだ。Сэр, на самом деле нам не нужна никакая броня. Можем ли мы попросить вас, чтобы вы нам сказали, если здесь не было никаких либо случаях диспири в последнее время? 心当たりはありますが、商人にとっては情報こそが最大の商品でありまして。Но, может быть, я смогу вас направить на правильный путь. Но такие вещи не за бесплатно даются. А, хорошо, ладно. Мы что-нибудь купим для Кохаку. Но, надеюсь, ваша информация стоит того. Спасибо за то, что заимели дело с нами, друзья. Вы разговариваете с самым опытным торговцем, который путешествует по миру. И вы имеете дело еще с разными мошенниками, да? What the fuck? Офигеть! Эти ребята предлагают всякого дерьма. Этот мужик работает вместе с тем продавцом, который продавал вам дерьмо, хотел впихнуть вам всякое дерьмо ранее. Они объединились, чтобы взять все, что есть у туристов, таких как вы. Да вы издеваетесь, блин. Вы Курал, гильдмастер морской секретной пехоты из морской компании. Да, Фума, ты действительно был прав по аферистам. Не, ну они, конечно, блин, неплохо, по сути, обманули. Я реально даже не подумал, что... Я думал, что, о, ну, ладно, похоже, хорошего человека мы все-таки встретили. Оказывается, никогда никому не доверяй, особенно торговцу. 1人目のインチキを 2人目が暴いて信用させ
同じ粗悪品を高値で売りつける古い手口です。Первый парень позволил второму сделать так, чтобы его обозвали, ну, его обозвали. Но в итоге вы заполучите то же самое дерьмо, как и у него было. Это классика, чуваки. Но, впрочем, это слишком много. Даже до гильдии жалобы доходили. Но вы, змеи, были небрежны. Морская транспортная гильдия. Как раз была за вашей маленькой аферой. Ну, короче, пришли, знали. На самом деле, я пришла с посланием от самого гильдмастера. Этой морской гильдии. Который, в котором говорится, знайте свое место. Поняли, мы будем знать свое место. Я не дурак, чтобы пересечься с гильдмастером. Но, Хисуй, что там насчет твоего опытного глаза, который много чего знает про истинное качество? Сейчас у него бомбанёт. Иди отсоси... Иди соси лимон. По крайней мере, меня не одурачил первый парень. Первый парень, второй парень. Дурак остается дураком. 彼らも以前は真面目に商売をしていたのですが、最近町の商売が荒れて困っています。Эти чуваки должны, нет, работали раньше за честные Глейд. Но дела в этом городе повернулись худшим путем в последнее время. Похоже, вы много знаете о канцелар. Так много, как мои работники. Ультрамарины. Чего? Он из морской транспортной гильдии, гильдмастера. И он знает все, что здесь происходит. Он, возможно, знает о предмете, который молодая группа соматиков ищет в этом городе. Поэтому я предлагаю вам заглянуть к гильдмастеру в его холле. Я уверен, что мы сможем сделать какую-нибудь хорошую сделку с такими соматиками, как вы. Привет, Fly Mutilate. Да, Сырьё. Хорошо выйти из бани, да? Хотя и в бане хорошо-то. Аккуратно. Это может быть такой же уловкой, как с тремя парнями. Нет. Это может быть уловкой с тремя уже чуваками.
или девушками в этом случае. А, господи, это место бесит меня больше, чем Ксеромусы. Мы никому не можем вообще доверять. Да, но у нас нету никаких, либо нету никаких других зацепок. Я думаю, нам стоит пойти и посмотреть, что Гилдмастер хочет нам сказать. Ультрамарины. Восколские акулы. Вы планируете, чтобы соматики работали для вас? Блин, только меня смущает ультрамарина. Почему я Вархаммер вспоминаю? Это только я или... Или все вспоминают Вархаммер? Смотря в какой бане у Герико. Хм. Ну, в какой еще может быть? В разных. Так. Я думаю, что да, это, наверное, и есть нужное им место. Так, ультрамарины. Это торговцы, которые построили коммерческую империю с нуля. Все относятся к ним как... Нет, все относятся к нему как к гилдмастеру. Нифига себе. Но есть еще... Нет, более того, они говорят, что никто не знает ничего о его прошлом. Да, это та еще тайна. Блин, а действительно, эта игра интересна. Ну, давайте посмотрим, что сейчас будет. Святые угодники. Это место прям как замок. Можешь ли ты, по крайней мере, делать вид, что тебя не впечатляет все вот так? Или, может быть, подождешь, пока мы хотя бы войдем через дверь? Да, по крайней мере, их секретарша не блефовала. Когда у... Блишмент. Когда есть нечто такое большое, то ты должен быть в курсе. Добро пожаловать. Гилдмастер ожидает вас в своем офисе. Прямо за моей спиной. Да, мы встретимся с самим боссом. Эй, убери свой покерфейс, чувак. Я не собираюсь быть обманутым вновь. А, мои гости, да, сходите, сходите. А теперь, пожалуйста, будьте хорошими и посидите вон там.
пару секунд. Йоша! Дехта зе, Экаю! Сделано! Коралл, убери это. Отскари-сама десу, Чен Тарен. Ютэй джикоку киккари десу. Слушаюсь, Гилдмастер. И точно по расписанию я могу добавить. Тариме да! Ноуки то онна то но яксоку га мамору но га коно Чен-сама йо. Ну конечно! Мои слова всегда хороши, как и глады, когда дело доходит до клиентов и до женщин. Просто я так работаю. Ёш, Сомацкайдово. Сасугу шоудан кайши да. Омейра ва деспиль бьё но джохо га хосин да на? Ладно, вы, братва соматиков, давайте начнем переговоры. Какую вы информацию... Нет. Вам нужна информация о случаях диспири? Шоудан? Оритачива, ханаши га кикитай даке нан дакедо. Переговоры? Я извиняюсь, сэр. Но нам просто нужно немного информации. Оре га, тада де наника о суру но а бижо га айте но токи даке да. 男とはギブアンドテイクの取引しかしね. Гилдмастер, Марин, ничего не делает за бесплатно, если тут прекрасная дама не вовлечена. Люди как ты, нет, такие люди как ты должны заключить сделку. Канэならねえぞ. Ну, если вам нужны глады, то мы попались. Бака! Омей мите на козоу но сайфу нанка ня кёми нео. Хе, соматики и еще комедианты, нет, еще комики. Мне не нужна ваша мелочь в кармане. Все, что мне нужно, это телехоронитель. Так, как-то слишком они похожи на пиратов. Сразу понятно, где эта гильдия достает свои товары. Ну, блин, действительно, ты прав. Они похожи на пиратов или даже какие-нибудь там бандюки. Ну, не знаю, посмотрим, кто они и что они. Что-то мне кажется, что Инос, возможно, как-то с ними связан. Так вот ты какой ультрамарин. Ага. Ультрамарин, это так его зовут. Правда, что... Его имя Ультра, фамилия Марин? Нет, его фамилия Ультра его. Ладно. Просто не обращаю внимания. Но имя, конечно, нечто. Омерранива, гоэо таномитэйною. Дзитва, ханеккайдо цоумацкай ни иночи о нераварететэна. Знаете, есть одна безумная сама... Нет, сумасшедшая... Нет. Видите, у меня есть одна сумасшедшая соматическая... нет. Деваха, которая обладает соматикой, которая пытается меня взять. Спасите меня от нее. И все мои знания будут переданы вам. Соматик пытается убить тебя? О, ролик. Ультрамарин, ты собака. О, Берилу, тебе, чоксесу нагрикоми ни киагатта ка? Берили,
ты проклятая псина! Вот каким образом? Нет, так... Ты что, хочешь меня вырезать прямо в моем собственном доме? Если ты думаешь, что эти грустные мешки с картошкой соматики смогут защитить тебя, то тебе нужно подумать еще разочек. А ну прекрати. Соматики не тусят вот так просто в округе и убивают людей. Как будто вы все знаете. Кроме того, что... Нет. Вы должны благодарить меня, потому что этот парень хочет украсть и вашу Сому. Он нанял меня для одной работы, которая была связана с безопасностью как-то. Но эти бандиты обманули нас и украли нас, наш груз. И теперь гильдмастер сказал мне, что я должна заплатить за потери своей Сомы, сказав, что это было в контракте. Он хотел забрать мою Сому все это время. Он нанял этих бандитов и сделал так, чтобы вина пала на меня. Да, кто бы говорил, это ты та, кто заснула на работе и потеряла мой товар. И потом ты нарушила контракт и убежала с моей Сомой. Ты теперь разыскиваемая, понимаешь? Стандартная кидалова, ну да. Ой, да я знаю, поверь мне, я знаю. Теперь мне придется проживать свою жизнь в бегах. Ты разрушил мою мечту. Я хотела стать художником. И теперь я превращу тебя в пищу для акулы. Признай, ты заплатил тем бандитам. Ты собака. Ты. Ласка. Урод, короче, пусть будет. Бухарек. Не, ну ладно, это окей. Вот последняя фраза, ну, я-то знаю, что она значит, но как ее переделать? Ты прославный. А...
Нет, ты прославил... Я не знаю, реально, не могу я это сделать. Ты, как будто мне нечем заняться, кроме как воспользоваться каким-то ребенком. Лжец, лжец! Ну, тут ладно. Урод! Обманщик! Я боюсь. Ой! Кону мусмекко ни Джо-чан но спирюн га торицуйтеру джа нейно га? Эй, бьюсь об заклад. Осколок Кахаку находится внутри этой... внутри спири этой огненной девушки. Быстро! Хватайте ее! Да. Так вы все... Нет. Так вы все были в постели с гильдмастером? Нет. Ну да, будет так. Так вы все в постели с гильдмастером? Ну ладно, пусть так будет. Будет. Вы все... вы все пойдете вместе с крысами на корабле. Мои извинения за предоставленное волнение, сэр. Вы не ранены? Суакета. Ано Берилу тэ ахо, доу нига ште хоши тэ торихи о. Кеяку суру кай? Гильдмастер прямо как Адольф. Да уж. Какая у него сложная манера выражения своих мыслей. Ну да, не то слово. Это, наверное, из-за того, что что-то с ее спири. Теперь вы видите, с кем мне приходится иметь дело. А теперь сделайте что-нибудь с этой девахой. Я сделал так, чтобы это стоило вашего потраченного времени. Постойте, если она действительно говорит правду, вы действительно пытались отнять наши сомы? Да нет, ничего подобного. Она была впервые сотрудником, и она подписала стандартный договор. И я не виноват, что она не прочла это. Я просто пытался компенсировать свои потери. Как ни странно, но я ему верю. Ну, что вы скажете? Ребята, мне очень жаль, но я не могу. Я не буду работать с этим человеком. На этот раз я соглашусь с пацаном. Извините, капитан. Мы
Мы не хотим связываться с сухопутными крысами. Мы просто все сделаем самостоятельно. Да. Пошли. Блин, почему они сделали такой перевод? Может быть так, что причина в том, что весь город стал вот таким, это осколок Кахако. Это осколок. А, нет. Если это осколок ее сомнений, то тогда да, может быть. Но ее ядро Спири достаточно сильна, чтобы иметь дело с целым городом. Или нет? Я бы этого не исключал. Спири этой юной леди необычно сильна. Даже если так, если Кахаку чувствует недоверие, я бы никогда не догадался. Окей. The Lord TPG, hello. Так, ну, Гринай, а ты действительно интересный вопрос задал насчет... И насчет интересной игры. Ну, может, если поискать, то найти можно. Я думаю, что есть. У японцев есть всякие разные наволки. Найдем все. Так, окей, нам нужно найти... Нам нужно найти эту... Берил, она должна быть где-то в городе, неподалеку. Все-таки она пыталась убить, как только что сказали. Этого гилдмастера. У этой женщины что-то есть? Если вы найдете какие-либо огненные, водяные, земляные, ветерные, радиационные, молниеносные или темные камни воли, приводите их сюда. Хорошо? Я сделаю кое-что офигенное из этого. Окей. О, опять это горничная, которому на коин-то, коины отдавай, отдаешь так. Где же Татьяна? Что-то ее здесь нигде нету. Где же она может быть? Может быть внутри какого-нибудь, не знаю, здания? Знаешь одну RPG на RPG Maker, ага. Которая, ну там не гилдмастер, а квестодатель. Ты хочешь узнать, где находится девушка, которую зовут Бирейл?
Я скажу тебе. По особой цене. Только сейчас. За одну Глейд. Что скажешь? Ну, скажи мне. Спасибо. По-видимому, совсем недавно кто-то видел, как Берили убегала к направлению склада. Я не знаю, почему она прячется там. Но, скорее всего, именно там вы ее и найдете. Если вы заинтересовались, я бы не тратил время впустую. Пойдите туда, пока не стало холодно. Окей, на складе. На складе. Склад здесь вроде. Нет, не здесь. Так, вот склад. Чё, зашёл в правильный, да? Эй, нашли, смотрите. Это... Мэрил? Берил! Берил Бенито. Господи. Прямо из деталей, что ли? Ой, да. Извини насчёт этого. Я Кор Метеорайт. У этого малого мало мозгов, но зато достаточно, чтобы не доверить чтобы не верить гилдмастеру. Мы просто хотим помочь тебе вылечить свою Деспири. Ложь! Вы просто пришли по просьбе гилдмастера, чтобы запечатать мою сому. Любителям гилдмастера здесь не рады. Теперь катитесь отсюда. До того, как что-то сейчас не случится. И что ты собираешься сделать? Бить нас гигантской кисти до самой смерти, что ли? Я бы на этом посмотрел. Я могу сделать нечто еще похуже. Я нарисую что-нибудь ужасное на лице этой девушки, и она будет выглядеть как клоун несколько дней, а может быть недель. Да, ты не очень хороша в том, чтобы угрожать людям, да? Я не думаю, что она плохая, но... Давайте разберемся с этим до того, как кто-нибудь с... возьмет... Короче, использует в... искусство воли между глаз. Хорошо, мы уходим. Теперь ты доверяешь нам? Хорошо.
Хороший план. И я полагаю, что вы будете ждать... Ну, короче, куда-то мне что-то там... Что-то со мной сделать и сжечь здесь все. Используй какие-то вещи? Нет. Слушай, что мы можем сделать, чтобы ты нам поверила? Ну, может быть, отойдете на 2-3 шага назад. И тогда, может быть, ну, я, наверное... Ох, мои... Ох, орехи. Я даже... Не знаю. Моя Спирия в полной жопе. Я теперь вообще не могу никому доверять в последнее время. Я даже не могу доверять себе. Пожалуйста, можете помочь мне. Кто-нибудь, помогите мне. Да, ее Спири ушла уже глубоко к концу. Вскоре она потеряет ее. Это случай Диспирии. Точно. Неужели ее Спирия болит? Хорошо. Держись, Берили. Я спасу твою Спирию. Да... Всегда герой действует с тобой. Ну ладно, я тоже пойду. Кто-нибудь должен убедиться в том, что ты не... Окей, погнали. В Спире этой Тианы излечим ее. Возьмем осколок Кахаку. Кахаку больше не за мной. Нанда? Куицро? А? Что за? Это что, Дзеромы? Нет, они проекция. Именно Спири этой девушки. Но их двое? Я не знаю, что это такое. Я много чего видел, но такого еще нет. Эй, это лично, это Спирия является частной собственностью. Все коррумпированные дружки Гилдмастера не должны вступать здесь. Господи, уже последний раз говорим, мы не работаем на Гилдмастера. Мы здесь, чтобы спасти тебя, Берил. Ложь, все это ложь. Принесите мне голову гилдмастера на блюдечке, а затем мы поговорим. Почему ты так разозлилась на нем? Я должна была стать... этой. Художником. Как я мог забыть? Я должна была стать художником. Это была моя единственная мечта в этом мире. И эта собака украла его у меня.
帝国芸術院コンクールに応募する絵のモデルをチェンに頼んだんだ。Да, чтобы стать художником, ты сначала должен взять нужное место в конкурсе Максимуса, который проводится Имперской академией художества. Эно тема га эйю датта кара. И задача была в том, чтобы нарисовать героя. Я, будучи большой болванкой, подумал, что для этой роли как раз пойдет гильдмастер. Она была просто несчастным ребенком в те дни. Но она подтянулась на сапогах. И сделала все, что было в состоянии. Они с радостью приняли. Он с радостью согласился стать моей моделью и даже похвалил мою работу очень много. Да, тяжело все у нее было. Меня никогда не хвалили раньше. Не за рисование, в любом случае. И хотя бы на немножко, я тогда была счастливой. Он даже пообещал построить мне собственную галерею, как я только попаду в большое время. Но тогда это было все обман, уловкой, чтобы обмануть меня и взять мою сумму. Я хотела ему отчаянно верить. И в течение многого времени я так и делала, но потом он... Бессердечный демон. Я не монета для твоего кофе. Я больше никогда не буду доверять тебе или вообще кому-нибудь. Да, это довольно хорошая суммированная предыстория. Похоже, Берилл восхищалась когда-то гильдмастером. Это объясняет, почему она стала другой, когда подумала, что была обманута, по крайней мере. Разговаривая о неприятных случаях Диспира.
ただ嫌な感情だと思ってたけど、違う。Раньше я думал, что это просто сомнительные эмоции, но теперь я вижу, здесь намного больше. Синжитай, но не синжирареない. Урагирареру нога коакуте шикатанай. Сгоку канашии омой нанда не. Невозможно доверять в таком состоянии, если даже хочешь. Постоянное чувство тревоги или предательства. Это действительно грустные чувства. Малыш, я, конечно, не против сидеть тут в кружке и делиться чувствами, но нам нужно спасти художника тут. Да. Все-таки не все так легко оказывается с этой Тян. Она, по сути, восхищалась, но потом он ее обманул. Да. Плохой дядя. Очень плохой. Ну ладно. Сейчас возьмем этот осколок и ей станет лучше. Наверное. А у Кахаку появится чувство сомнения тогда? Да. Много осколков придется все-таки собирать. И, кстати, вроде бы там маленькая Тян еще присоединится к нашей пати, судя по опенингу. Хотя еще неизвестно. Вверх, вниз, влево, вправо. Сейф. Пойдем налево. Да уж. Не, ну игра действительно очень интересна. Интересно, как все-таки. Чем закончится, каких людей мы еще встретим, с какими личными историями. Вот, как... Это тяну. И что будет с Кахаку, когда мы соберем все эмоции? Она вернется в нормальное состояние, и чё, всё? Наверное, там случится какой-нибудь эпик, который... Ну, я надеюсь, как минимум, что будет нечто, от которого челюсть упадет. Потому что я сомневаюсь, что все только ради того, чтобы собирать осколки, и потом победить тупо эту изумрудную... Нет, эту ведьму или как её там... Так. Бирель, мы только хотим помочь тебе. Но ты должна сказать нам, где находится осколок ядра Спири и Кахаку. Пожалуйста. Эти слова исходят от тех, кто проникли без приглашения внутри Спири и девушки. По крайней мере, вы стоите друг друга. Но здесь я в одиночестве. Ну и нервы из-за вас, люди. Но технически вас тут двое. Но я понимаю, о чем-то. Заткнись, просто заткнись! Я больше тебе не верю.
походу нас ждет Сундера. Просто доверяй если будешь доверять кому-нибудь, то тебя ударит в спину. Разве это не подозрительно? Мне лучше вообще никому не верить, чтобы такого не было. Ни себе, ни вообще никому. Этот звук, осторожнее! Ай, господи. Вставай уже на своих двоих ногах и Берили. Короче, я разберусь с этим монстром, пока он не сделал дыру в твоей спире. Я уничтожу этого Зеромаса и спасу спирию Берил. Это обещание. А может, Кахаку будет главным боссом в конце? Ну, я сомневаюсь. Ну, может быть, нам и придется с ней сразиться. Но вряд ли. Плюс еще... это... спящая красавица с изумрудными... волосами. Она как раз находилась... как я понял, внутри Спири Кахаку, когда, собственно, случилось. И мне не дает беспокойства еще один момент. Когда герой проник внутри Спири Кахаку и встретил эту спящую красавицу с изумрудными волосами, он внезапно впал в какую-то ярость, и она испугалась его. Поэтому... ты мне подсказываешь, что в конце что-то с нашим героем случится плохое. Вообще интригует. Здесь все намного сложнее, наверное. Но я надеюсь, что все-таки не так легко, потому что это было бы слишком легко. Не зря сделали ремейк с DS. Из 2D сделали в 3D, но это уже ладно. Ты спас меня? Ну почему? Потому что я тебе сказал, что я это сделаю. Тогда это означает, что я могу доверять тебе? Этот дурак просто пытается нас одурачить и потом воспользоваться нами. Какой дурак? Нет. И потом воспользоваться мною. Какой дурак? Да. Я думаю, что это возможно. Но если дурак... если быть дураком... нет. Но если, чтобы починить Спирио, нужно быть дураком, то я с этим соглашусь.
Слушай, может уже не будешь строить себя героя? Я не настолько... И стоять, и выпрямлять свою грудь, и стоять такой стойки. Ты не являешься никем иным, как просто сентиментальным словом. У тебя очень много нервов для дурака. Черное и белое. Спирунга крой. Черный осколок ядра спири. Нанка, я вас удара мотте кайрушка нена. Ну, это жутко. Но похоже, нам по-любому придется ее взять. Окей. Осколок сомнений. Берилл, кибун ва доу? Ну как себя чувствуешь, Берилл? Бецуни, пуцу даё. Хорошо. Ничего не такого. Йо, доу яра катадзуйта митэй да на. Эй! Похоже, вам понадобилось. Так. Похоже, вы справились с делом. Чем? Гильдмастер, почему ты? Ладно. Может, не будем устраивать еще одну сценку? Наше маленькое разногласие закончилось. Сколько эмоций я пока собрал? Ну, смотри, у нее изначально осталась, была эмоция, ну, доброты. И я пока что собрал еще две. По сути, у нее три. У нее есть страх и вот сейчас третье сомнение. А сколько их вообще? Ну, пять, наверное, хз. Еще много чего, походу. Что вы имеете в виду? Конничива! Ну, здорово! Коно Инес-сан-га-на, Тозок-дан-о каймец-сасете, убавалета-ни-о-зенбу-торимодоште-кре-та-но-йо. Это Инес. Она нашла этих бандитов и вернула мой украденный груз. Йотте, омее-но-сиппай-бун-а-чара-ни-ште-яр-йо. Так что... В соответствии с нашим контрактом, это означает, что ты мне ничем не обязана. Тогда вы меня выпустите с крючка? Серьезно? Вот так внезапно... Стала уже той, которой веришь, да? Эта шляпа, наверное, слишком тугая для тебя. Берилл на спире якора. Утагай на спире ум торидаштан да. Мы взяли осколок ядра спири из Берилл. Она наполняла ее сомнением. Вот поэтому она и не доверяла вам. Ну, я вас, ребятка, чуть не понимаю, но, как я понял, все, что вы сделали, это, короче, сделали... сразились с кем-то там в спире и вынесли его.
Но она просто слабая кошечка. Ее вранье в ее мире это означает, что ее... Нет. Ее вранье в вашем мире... Не в мире, или в ее... Это означает, что ее спирия слаба? Конечно. Я не доверял никому никогда. И поэтому они боялись меня. Силу, которую я заполучил, позволила мне достичь вершины. Сила доверия. И не бояться, не доверять других. Другим. Это Берилл сан но сайн шита. Сонгай во соу маде бенсё суру то атта кеякшо десу. Я принесла контракт мисс Бенито. Ну и сому, которая была взята в качестве залога. Эй, разве вы не отдадите мне ее обратно? Девочка, я просто сказал, что ты мне больше ничем не обязана. Помнишь? Эй, ты. Так как это я та, кто нашла этих бандитов, твоя сома теперь принадлежит мне. Но ты, похоже... Нет, но тебя, похоже, очень сильно тянет к ней. Так что мы, может быть, мы что-нибудь придумаем. Иногда я, наверное, буду взимать тебя плату другим способом. Мне аж интересно, каким способом. Так. Ну, я бы не рискнул напасть на нее, как ты сделала на меня. Нет, как ты сделала это против меня, девочка. Ты же не хочешь в конечном итоге закончить, как те бедные бандиты. Видишь? Всегда предполагает, что люди пытаются винить тебя просто, просто легче. Вы что издеваетесь надо мной? Это девушка, ваш друг? Ну, это долгая история. Ну да, по сути, мало того, что наш Хисуй и Кор продались практически в рабство и Инес, то теперь, походу, и наша маленькая Лоля тоже будет продана в рабство ею. Интересно, еще старика взять и Кохаку. О боже. Мугерико, что это такое? Можно скриншотик? Я посмотрю через мобилку. Я не знаю, что это такое просто. Так что... Тывакете, оремо хисуимо, Инесан ни шаккин о. Ну, что означает, что Хисуя
будем погашать наш долг. Ну, практически наш, всю нашу оставшуюся жизнь. Да, мызмико, у меня 1 тороле-то ってこと. Коре ие. А, так значит, этот художник просто еще один дополнительный персонаж в ее список. Разве она не нечто? Да, это нечто ужасное. Теперь я никогда не стану художником. Я больше никогда не буду никому доверять опять. Да все хорошо, Берри, не волнуйся. Я не думаю, что Инес такой уж плохой человек. Как это там тебя звали? Кор. Кор Метеорайт. Знаешь что, Кор? Угадай. Ты теперь мой должник за то, что ты... барыжил внутри моей спиры без приглашения. Нанда, айце, кавайк не на. Лекрай, ягаре, секак варынча. Но мы как бы исправили всю этого ребенка, и я надеялся, что она хотя бы спасибо скажет в каком-то смысле. Кауни. Что-то написано на твоем лице. Спасибо. Не думал, что скажу такое, но это Лоли меня подбешивает. Странно, вроде бы, Сундера. Чё там тебе бесит? Видите? Берил, ну такая же плохая. А разве она не говорила, что эта краска не смыть пару недель? Похоже, мне просто нужно вернуться в гостиницу и помыть свое лицо. Да. Окей, Мугерику, понятно. Симулятор свиданий птиц выйдет на PS4 Vita. Не, ну Vita. Еще ладно. Но все равно это писец. Нет, начнем с того. Кто это вообще покупает? Птицофилы? Лучше про хвостики замутили. Ну да, Мадасаки. Сейчас Tales of Heart, который сейчас закончим через пару минут. Ну и... 22, как обычно. Некопара. Продолжим. Гостиница. Да, неплохо тут в этом году. What the fuck? Эти два партнера? Этот чертов рыцарь. Он. Он взял всю нашу броню. Это вейковая броня. Броня. Ну, короче, не знаю. Ты сам это сказал. Почему мы снова пытались обмануть людей? Потому что ты никому не доверяешь в этом холодном мире. И лучше обмануть, чем быть обманутым. Да.
Похоже, мы страдаем каким-то божественным гневом. Да. Ну, как я вижу, кто-то их побил. Какой-то рыцарь. Ну, все, они получили по заслугам, все нормально. Чё-то! Чиньо-лё-то-нони? Кёку бака-ни-штен-но? Ладно тебе, старик. Что за страхование еще? Я извиняюсь, но это правило, которое было сделано. Да, этот город действительно, это еще жопа. Сначала в кварталах встретил каких-то мошенников, которые продавали барахло, а теперь это. Если так продолжится, то Хаслер станет полной жопой. Ты понимаешь, слышишь меня? Милый, пожалуйста. Прекращай навязывать эту фигню всем и просто вернись к тому, чтобы ты делал свою часть работы. Я полагаю, что ты права, милая. Не знаю даже, что на меня нашло. Честно? Да. Начиная с этого момента, все красивые девушки смогут тут остаться за полцены. Ну, из гостиницы их будет много. Что? Милый, я думаю, ты, походу, немножко увлекся. Это было слишком быстро. Я... Неужели из твоей головы еще какие-то винтики только что полетели? Я смогу взять комнату за полцены? Да, с ним все очень плохо. Ну что, счастливы, что ваш старый муж вернулся? Да, он вернулся в норму, но я не думаю, что сейчас время для праздника. Точно. Теперь, когда осколок Кахаку был вытащен из Бирейл, люди в Ханселлар вернутся в нормальное состояние. Нормальная жизнь. Осколок или нет, похоже, аппетит нашей маленькой леди не изменился. Да, похоже, звучит, что кто-то голодный. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Эй, Хисуй, ты собираешься вернуть осколок к ядру Кахаку? Берилю и Ядону ояджину ёсу митетто на. Но не уверен, что это хорошая идея. Видишь, личность Бирейл перевернулась на 180 градусов. Да, кажется, у этого осколка достаточно силы, чтобы повлиять на Спирию. Целого города.
琥珀に戻していいもんかどうか。Я даже не уверен, если это принадлежит ей или нет. Демо, корева мотомото куак но спирун нандайо. Но разве это не часть первоначального... Нет. Оригинального... Нет. Разве это не часть истинного ядра Спири? Соре... Держу его подальше. Давай поговорим об этом позже. Плюс тебе нужно помыть свое лицо. Иначе ты выглядишь... не очень. На, Окоми-сан, шибараку имото митете ятте куре. Куаку, дайджобу ка? Я собираюсь оставить Кахаку здесь на какое-то время. Эй, леди, вы не против присматривать за моей сестрой? Окоми-сан. Она не страшная. Куаку-най. Айо, има ожо-чан ни гохан йой суру кара не. Ну, конечно, она в хороших руках. Ну, дорогая. Позволь мне тебя покормить. Дайте мне сохраниться. Осколок ядра Спирии может воздействовать на Спирию целого города? Неужели это стоит за этой эпидемией Дисперии? Да, звучит подозрительно. Это похоже на хорошее продвижение. Окек-сама, ядо-чо ни гокинью итадакемашита ка? Мисс, вы уже подписали то, что нужно в этой книге? Осан, коно мемо аноко но цуре ни ваташтойте. Эй, дядя, отдай записку... эту записку друзьям этой девушки. Можешь? Фридотто Хамильтон сама. Сёзоку Барейо. Ладно, посмотрим, что тут есть. Так. Период гормотоны Валентайн. О нет, это юная леди в опасности. Ей нужно выбраться отсюда. Да, походу сейчас будет что-то. Не то, что я не смогу справиться с несколько соматиком, у которых отвисла челюсть из-за холостия. Но мужики могут быть такими хлопотными. Так что будет лучше, если я буду играть спокойнее. Окек-сан! Окек-сан! Дай это! Эй, ребят, сюда, быстро! Вашего друга похитили. Лено спирун о мотте. Вы захолостные хики. Я взял вашу маленькую куклу. Хотите ее обратно? Принесите осколок. Вы можете найти меня у горы Грим. А. И не смейте сделать что-нибудь милое. Эта кукла такая ненадежная. Я покажу ей хрупкость. Я размажу ее хрупкое личико. Кто-то похитил Кахаку? Мне очень жаль. Это произошло так быстро. Кахаку! Ой, умер от того, как ты на.
グリムさんがどこかもわかんねえだろ。Эй, ребята, придержите лошадей. Хоть кто-нибудь из вас хотя бы знает, где находятся эти горы Грим? Грима-сан-ва, коно-мачи-но хоксэй-ни-ару Ива-яма-да-ё. Боку, скетчи-си-ни-нан-дока-но-бот-та-кото-га-ара. Гора Грим, она находится на северо-западе отсюда. Я была там несколько раз и рисовала эскизы. Там очень красиво. Сейчас плохое время для этого, да? Что? Вашего друга похитили? Но кто? Согласно книге, это был... Периодит Хризолит, ага. Хризолит. Хризолит Гарматон Ордена Кристальных Рыцарей Валентайн. Что церкви нужно от Кахаку? Постойте. Если Кристальный Рыцарь взял ее, это означает... Да, это означает, что мы имеем дело с сильным соматиком, как тот другой из церкви. Шарон Дэн или как там его? Хорошо, тогда я иду. Эти хрустальные... Нет. Да, эти кристальные рыцари. Да, грязная работенка. Будет проблемы. Да, именно поэтому я иду. Грязь там или нет? У нас нету выбора. Мы должны это сделать. Да. Один за всех, да? Конечно же, мы не позволим. Эта церковь не получит осколок Кахаку. А точнее, не получит Кахаку и осколок. Эй, эй, я, блин, тоже сказал, что иду с вами. Вы вообще меня слушаете или как? А, ну ладно, я поняла. Я бесполезна, да? Никакой помощи не будет, Бирель. Не стоит мне даже пробовать. Ну, конечно, ты можешь пойти, Берри. На самом деле, ведь ты единственная, кто была в этих горах Грим. Ты нам нужна, чтобы ты нам путь показал. Ну, если ты, конечно, свои нервы не потерял. Да ладно, все поняла. И вам лучше не отходить от меня слишком далеко, когда мы там будем. Окей. Могла бы просто сказать, чтобы ее не оставили, а то будет бояться в одиночестве. Фу, все, хватит на сегодня.